Здравствуйте, друзья! У нас с утра дождь. Понедельник, 8 января. Хочется начать словами, которыми начинается бессмертное произведение Мирослава Гашека про бравого солдата Швейка. «Убили, значит, Фердинанда нашего», сказала Швейку служанка. Да. Конечно, мы не про эрцгерцога сегодня беспокоимся. 100 лет прошло, слава богу. А беспокоимся мы о том, что у нас тут в США происходит сегодня. Вы знаете, что разница по времени между Калифорнией и Вашингтоном 3 часа. И вот, давайте я, может быть, света больше дам. И когда я пошел посмотреть, что там у нас с решением по сальвадорским, ну, не беженцам, как сказать, по сальвадорским гражданам, которые находятся под защитой от депортации в Соединенных Штатах с правом на работу, со всеми делами уже последние там 20 лет, таки да, остановили, значит, прекратили вот этот статус защиты от депортации. Дали им меньше 2 лет, там, ну, ближе к 2 годам сроку, чтобы они сделали одно из трех. Ну, так, одно из трех событий должно произойти. Первое, они самодепортируются. Второе, их насильственно депортируют, если они самонедепортируются. Либо перейти на какую-то другую визу, что само по себе на самом деле достаточно вероятно, с учетом того, что у них есть дети, граждане США, там, ну, еще какие-то есть варианты, то есть возможности какие-то у них есть в этом смысле. Я не хочу сказать, что у всех там 200 тысяч, неизвестно, 200-250 там варьируется. Изначально, по официальной статистике, по официальной, их 263 тысячи, но всякие организации, которые занимаются этим делом, говорят, что далеко не все нуждаются, многие уже там как-то вот либо просто уехали, либо перешли на другие визы. Поэтому реально речь идет как бы о 200 тысячах человек, которых это затронет. Как раз вчера я об этом рассказывал, как бы о ситуации в целом. Дело в том, что сейчас под этой программой находится 10 стран. Вообще за все время существования программы было 20. Но вот находится 10 стран. И в частности, вот уже отменили гаитянцам, уже отменили никарагуанцам. То есть как-то резво взялась вот новая администрация за это, за все. Когда подходит срок, а срок этот подходит, обычно это 1.5-2 года, значит, и идет обновление. То есть могут и 6 месяцев, но обычно дают там где-то вот 18 там, и больше. И вот нынешняя администрация, она уже на несколько групп наехала, хотя была одна страна, которую продлили. Ну, то есть как, они должны посмотреть, что там происходит вот в той стране, и преодолены последствия, так сказать, те причины, из-за которых люди должны были, ну, как бы получить этот статус защиты от депортации. Существенно то, я хочу специально ваше внимание обратить, существенно то, что под этой программой защиты от депортации находятся не те люди, которых привезли оттуда, где было землетрясение, где было наводнение, где была гражданская война там, или что-то такое. Вот некоторые говорят, вот сейчас там бросятся под эту программу косить, значит, люди там из, например, Украины. Не получается так. Даже если бы для Украины открыли сейчас эту программу, даже если бы это произошло, то для того, чтобы попасть под эту программу, вы должны на момент начала ее действия уже быть на территории Соединенных Штатов. Ой-ой-ой-ой-ой, там я кого-то немножко подрезал, да. Так вот, уже должны быть на территории Соединенных Штатов. Поэтому мысль о том, что эти люди, которые 20 лет тут уже находятся, 20, по-моему, 23 года в среднем, у которых дети тут родились, выросли, что они находились в нелегалке, потом им дали разрешение на работу,
17 лет назад, в 2001 году. И вдруг они сейчас возьмут и депортируют, самодепортируются. Эта мысль нетривиальна. То есть, если бы их привезли вот на время и сказали бы, ну хорошо, мы вас привезли, ребята, у вас там все наладилось, езжайте-ка вы обратно. Например, да? Но это совершенно другая ситуация. Их никто не привозил на время, пока там рассосется или что-то произойдет. Они уже были здесь и были по нескольку лет здесь. И по 3, и по 4, и по 5, и по 10 были. Поэтому мысль о том, что это приведет к чему-то такому, я не знаю, изменит ситуацию, я не уверен. Просто будет больше нелегально работающих людей. Вот и все. То есть мы часть работающих легально переведем в положение работающих нелегально. Вообще, надо сказать, что я хочу немножко добавить вот к этой тематике, вот этих временно защищенных от депортации, я хочу добавить к этой тематике вот эту борьбу с иммиграцией по цепочке, то, что называется chain migration. Приходит семья откуда-то, я не знаю откуда, пусть будет из Сальвадора, они здесь родили ребенка, ребенок достиг совершеннолетия, и он может воссоединить с собой собственных родителей. Причем, как только он гражданство получил, вот паспорт получил, так он сразу может их воссоединить. И это занимает практически никакого времени не снимает. Ну, реально никакого. Ну, там полгода, например. Если родители уже в стране. Вот они приехали, раз, полгода. Если они за рубежом, ну, год. Ну, недолго. И есть такое понятие anchor baby. Да, то есть, когда приезжают в США, рожают здесь. И многие наши с вами соотечественники вот, радостно едут рожать в Соединенные Штаты, чтобы их ребенок, так сказать, был гражданином США, именно для того, чтобы потом вот, он мог их, может быть, с собой воссоединить. Ну или как минимум, чтобы он мог сам быть гражданином США, например. И потом жить в США. Я не знаю, как бы создают такие возможности. Все это упирается в несколько вещей. То есть первая вещь, ну да, вот есть ребенок, он гражданин США, но поскольку закон сейчас разрешает воссоединять родственников по горизонтали и по вертикали, с разными сроками ожидания, то он, соответственно, может привести потом сколько-то людей. Это одна сторона, то есть действующий закон, позволяющий, так сказать, родственников привозить. А вторая сторона этого состоит в том, что человек родился в США, значит, гражданин. Это такая рудиментарная вещица, которая застряла в американской конституции в качестве поправки. Я боюсь номер, не помню, 15 или 14 поправка конституции США, которая была полтора века назад принята после гражданской войны, когда нужно было ответить на вопрос, кто является гражданином страны. Но вот как с рабами, как быть, бывшими рабами, как быть? И вышли таким образом из этого, сказали, ну хорошо, тот, кто в стране родился, тот гражданин. Вот это нужно было для ответа на конкретный вопрос, который полтора века назад беспокоил, так сказать, прогрессивную общественность. С тех пор, ну понятно, да, значит, с правом голоса, с правом там, на гражданство и так далее, проблем сейчас этих нет, а вот эта фишечка осталась. Поэтому есть много решений вот этой проблемы иммиграции по цепочке. Например, можно просто отменить поправку Конституции. И совершенно не обязательно, чтобы человек, если родился, так уже и гражданин. Ну, то есть, понятно, если родители граждане, да. А если вот так вот мимо ехали, вдруг родили в самолете, который летел из Канады в Мексику, и вот над территорией США родился ребенок, например. То есть, могли бы это отменить. Во-вторых, честно, я, например, не вижу проблемы в воссоединении с родственниками по горизонтали или по вертикали. Проблема состоит в том, что это должно быть в интересах страны. Почему же люди, которые, например, имеют прямых родственников, не должны иметь преимущества какого-то? Или, например, граждане США, которые хотят воссоединить каких-то родственников, не должны иметь преимущества по сравнению там, с негражданами США? В чем проблема-то? Значит, то же самое, как с грин-карт лотереей. Проблема не в том, что диверсификация не нужна. Диверсификацию все приветствуют, и демократы, и республиканцы. Все радостно голосовали, там 88 сенаторов из 100
голосовали за грин-карт лотерею когда-то. Вот что действительно проблема. Значит, все за диверсификацию. Все, если не все, но очень многие против того, как эта лотерея работает. В смысле того, что нет требований к языку, нет требований к образованию. Люди сидят на велфере массово там и так далее, и так далее. Превратилась в черт знает что. Но черт знает что, надо поправить, а не убить. Знаете, как эта фраза известная, выплеснуть младенца вместе с водой из, понимаете, из купели. Минуточку, младенца давайте оставим. Вода грязная, слили, налили чистую. Но младенец-то, чего же, в чем провинился-то? То же самое с родственниками. Если, например, мы говорим, мы не хотим, чтобы у нас эти родственники были, вот, как бы, обузой для страны, да? Это решаемый вопрос. Если мы хотим, чтобы эти родственники были, вот жалуются, что 70% людей, которые идут по воссоединению, у них нет образования, и они такие low skill, то есть вот там кайлом, там лопатой, там носилки носить, вот 70%. Ну так не надо, вот пожалуйста, почему же? Ну давай скажем, мы хотим, чтобы люди, которые приезжают по воссоединению, да, что у них есть? Я не знаю, что вы хотите, высшее образование или, может быть, там среднее специальное, и опыт работы, и, что мы, первая страна в мире, которая хочет иммигрантов отсортировать по образованию, по полезности для экономики, там, и так далее. Да полно таких, вот, посмотрите на Канаду, на Австралию, что за проблема такая? Но, поэтому я, как сказать, я как человек, выросший в Советском Союзе, вот те из вас, кто постарше, помнят, что такое компанейщина, да? Вот они чего-то такое, там партия бросила лозунг, и дальше все пошли шарашить, значит, там в направлении этого лозунга, уже все забыли, из-за чего это все, понимаете? Но главное отрапортовать. Вот сейчас, например, такая фишка есть на рынке ценных бумаг. Если какая-то компания объявляет, что она начинает использовать там блокчейн-технологии, у них сразу акции подскакивают. Вот уж действительно, да? Значит, в свое время было то же самое с доткомами. Вот я помню, да? Как только дотком, сразу раз акции поперли. Или там компания новая создается, в паблик выходит. Какая компания? Дотком. Все, сразу побежали покупать. До доткомов 50-е, 60-е, 70-е было другое магическое слово. Трониксы. Были, вот так как электроника, да? Электроникс. Вот были трониксы. Вот, допустим, ты делаешь, ну скажем, вот допустим, Портнов Computer School, а я хочу как-то, да, чтобы мне там больше денег инвесторы дали. Я назову, допустим, Testotronics. Как только Tronics, сразу бах, прибежали. И вот, то есть какое-то такое, знаете, вот идет какая-то компанейщина. Все хотят Tronics, все хотят доткомы. Ну, другой момент времени. Дальше все хотят, вот, значит, блокчейн. Все хотят сегодня, значит, гнобить иммиграцию, особенно если на нее навешать, да, там, что это гробит страну, что это вот там, я не знаю, преступность, Аль-Каида, там, ИГИЛ, там, и все такое, и так далее. Конечно, я говорил об этом, гораздо легче побеждать врага, которого нет, чем, допустим, врага, который есть. Тем более, если сам врага создал, сам на него навесил, сам победил и сам себе медаль. Господи, боже мой, вот жизнь, правда? Ни одной реальной проблемы вот это на самом деле не решит. Это создаст более худшую ситуацию. Переведет людей, которые легитимны, как-то легитимны, переведет в нелегалов. Соответственно, это ударит по налогам, которые они вносят там в систему. Я не знаю, частично. Я не хочу сказать, что все перестанут платить. Нет, наверное, как-то они будут там выкручивать. Может быть, конечно, там новая администрация подойдет и успеет что-то из этого исправить. Там я не знаю, что вам сказать. Ну, в общем, такая вот история. То есть, поскольку это все не в один день будет решаться, но вот так все. Так что я вчера как бы сказал, вот завтра будет принято важное решение. Оно сегодня принято с утречка. Возвращаемся к началу. Значит, убили-таки Фердинанда нашего.
И что будет дальше, посмотрим. Но там впереди еще решение. Сами понимаете, что когда стран 10, да, это не 3 и даже не 4. Значит, там впереди будут еще. И тенденция очень понятная. И, может быть, я закончу вот чем. У нас на канале каждый раз, когда мы говорим про то, что лотерея Green Card уже практически, судьба ее предрешена, только вопрос чисто такой, технический. Когда это произойдет? В ближайшие 10 дней или, может быть, в марте, если там, не знаю, пока вот так сложный там переговорный процесс, ни к чему не приведший до сих пор, на сегодняшний день ни к чему не приведший. Есть оптимисты такие, которые говорят, ее подправят. Подправят ее, понимаете? Лучше сделают. Или на время отложат, потом обратно принесут и так далее. Я вам эту историю, казалось бы, какое нам с вами вот на этом канале дело до каких-то там сальвадорских нелегалов, которых на время не легализовали. Или там гондурасских, или там гаитянских, или... Господи ты, боже мой. Атмосфера. Атмосфера, среда. То, что называется environment. Вот этот environment, в котором все это происходит. Вы когда... Контекст, да? Давайте скажем контекст. Значит, вопросы изменения, сохранения, отмены, публичной экзекуции лотереи Green Card проходят вот в этом контексте общем. Поэтому, когда мы говорим, на что мы можем надеяться, я не знаю, наверное, вот эти 200 тысяч сальвадорцев тоже на что-то надеялись. И никарагуанцы, вот эти там 2,5 тысячи там, на что-то надеялись. И 59 тысяч гаитян в ноябре на что-то надеялись. Но вот так вот у нас сегодня вот так. Поэтому просто как вот сказать, общая такая информация и задушевный разговор, друзья. Задушевно. Давайте, может быть, я вам покажу, что такое Кремниевая долина под дождем. Тоже нельзя сказать, что много автомобилей сейчас. Около 10 утра. Вот так у нас затянуло небосвод. Едем на работу. Поскольку народ к дождям непривычный, надо ездить очень аккуратно. Во время дождей, там буквально за месяц, может произойти там половина всех аварий, которые происходят в течение года. Так что надо очень, очень аккуратненько. Все, ребят, счастливо и до скорых встреч!